Всем привет! Сегодня мы посмотрим второго робота из конкурса «Лучшая постройка». Подробности конкурса вы можете узнать на моем Discord-сервере, ссылка в описании. Так, начинаем смотреть робота с Пактуса. Вот всё. Нормально. Сейчас я перезайду в команду. Прими, что у нас ещё строительство, вам потом понадобится. Так, начинаем смотреть твоего робота. Сначала расскажи и покажи, что он умеет. Есть, сейчас. Он умеет ходить, закрывать, ну, вот так вот открывать дверь. Ну, вот этот вот правый рычаг, вообще он, типа, крутил вот эти вот миниганы, но они что-то сейчас не крутятся, сломались как-то. Ну, вот залезать тут можно... Не, давай ты будешь, вниз, ты вот. Сначала покажи, а то я потом лучше посмотрю. Кстати, от первого лица очень красиво выглядит. Вот так вот он ходит. О, ходит нормально. Ну, я механизм... Вообще сам делал, типа, я даже не знал, как делать роботов. Вот но механизм вот... хороший, прям очень хороший. Ну, именно. Если нажать на переднюю кнопку, то, типа, такая как наденется, типа, как, ну, как виртуальная реальность. Ну, такая, шлем. Ну, чтобы просто смотреть. Ну, что-то сейчас как-то без... Ну, короче, шлем такой надевается. А как ты его наденешь? Он же у тебя, помнишь, одевался, я помню. Нет, типа... Он, ну, типа, если от первого лица сделать, то он будет прям нормально. Ну, вот так. Ну ладно, я потом тоже посмотрю. Кстати, можно стрелять из пушек. И самое крутое, это, мне кажется, прыжок такой. Какой? Вот если нажать на Е, то он сделает прыжок. Ну, типа, тут механизм стоит, и так вот делает. Ты куда-то далеко улетел. На базу давай. Дальше. Прыгни ко мне. Потому что он, ну, его сложно поставить на ноги, когда он упал. Ну, сейчас попробую как. А, у тебя там кресло водителя, да? Пилота. Так, просто сейчас. Прыгни оттуда. Не обязательно же вставать. Только надо хотя бы... сейчас я его вот так вот сделаю. Давай, прыгай. Короче, давай я просто... Давай, заново загрузи и ресетнись. Да, окей. Ну, ты его заново загрузи. Давай теперь я попробую посмотреть тогда. Окей. Да. Так, сейчас я сам тебе помогу тоже убрать. Иди. Страшно смотреть, как все твои машинки на глазах падают. Так, теперь отключаю фиксацию, давай я его рассмотрю, посмотрю, ну и что такое. Ну там, конечно, сложно как-то, ну там обойди, типа. Да, ну там, не, я типа. Понял. Так, нажимай на левую кнопку, закрывается дверь, да? Дальше да. Ходить вот так. Пушки. Пушки на F. Да, ну потому что как-то он долго ходит, из-за этого я придумал типа сделать прыжок такой. Так, опускаю маску еще хоть. Первое лицо, да, прикольно выглядит, сам убедился. Такое... Нажал на кнопку, а вот у меня ровно оделась маска от первого лица, если смотреть. Сейчас надо чуть-чуть прозрачность. Сейчас, короче, я сделаю это, у меня просто что-то с маской. Вот я смотрю теперь через маску. От первого лица видно, типа могу стрельнуть. Ой. Так, теперь я попробую прыгнуть тогда, да? Да, что как ты не улечу. Прям как будто я в какую-то игру играю, да. Которая... Ой, блин. Кстати, шпагат. И, кстати... пресс делает робот. Да. На воде прям. Подымусь. Да, ну, типа, я на нем пресс могу делать. Ща. Подымусь. Блин, ща я наверх. Возвращайся. Я возвращаюсь. На нем о, сложно вернуть. Да, я тоже тебя вижу. Мне что, сложно возвращаться? Давай, ты сможешь. Там я могу показать сейчас. Механизм. Так. А как этот робот называется? Смешной? Сейчас, я вспомню. Сейчас, я посмотрю, как я там его присылал. Блин, я не могу вернуться. Ой, все, я на базе, наконец-то. Ну, одна из его хороших функций, это то, что он умеет делать пресс. Тоже надо учесть. А отжиматься еще можно, наверное? Да. Сейчас, перевернусь. Я типа, а, не, с отжиманиями не очень. Сейчас попробую встать тогда. О, умеет... ровно прям, смотри, почти. Странно стоит. Подтолкнулся нормально. От первого лица хорошо выглядит, когда я маску одел. Сейчас нажми на кнопку, где маска, пожалуйста. Я хочу заснять красивый момент, как это... О, маска убирается. Ну, тут красиво выглядит. Сейчас попробую прыжок от первого лица. Ой, вообще страшно как-то. А, я все улетел. Ты сейчас умер? Нет, что? Я так быстро не сдамся. Я еще живой. А может сейчас попробуем билд-бот пройти? Блин. Нет. Вот легче пройти, ну, на постройке моего брата, ну, типа, там. Не, мы будем этот. Он... Это же челлендж роботов сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. О, нет. Блин. А, можешь заново загрузить? Я нечаянно этот в бездну улетел. Но мы сейчас снимаем этот. Ну, типа, обзор на робота именно.
Для конг. Можешь заново загрузить? А, да, я забыл тут машинки. Ну, тогда сейчас мы будем сейчас билд и бот попробуем пройти. Я лечу. Так. Будет, конечно, сложно пройти. Ну, мы попробуем. А твой брат будет с нами? Поехали. 3, 2, 1, go. Сразу включай заново магнит, чтобы потом, собственно, снова прыгнуть. Ну, думаю, мы будем только на прыжках это все проходить. Наверное, да. У меня пока один прыжок кончится, когда второй начнется, у меня уже хватает новый прыжок. Мы с тобой на одной линии. Давай, прыгай, тут надо побыстрее. Блин, да лучшая формилка, наверное. Я сломался магнит. А я нет, а я живой. А я в конце уже. Уровень с маяками. Серьезно. Я прошел. Ой. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Дело плохо, дело плохо. Ай! У меня робот взорвался, там динамит же стоял впереди, помнишь? Я, короче, об камень врезался, и он у меня взорвался в дребезги на уровне с водопадом уже. Эх. Нет. Я почти прошел. Из-за этого динамита взорвался. Я могу, кстати, показать механизм. Ну, там, конечно, ну давай, лёгкий, если хочешь. Ну что, не стоит? Да. Ну, мой робот взорвался, так что... Который у меня был. Так, все, я на базе. Что? Тут чей-то шарнир стоит. Ой. Ну давай, загружай тогда. Сейчас. Конечно, как-то плохо то, что надо убирать каждый раз. Ну, вот так вот. Ничего, один раз только. Так, ну давай. А я тоже могу раскрыть что. Такой механизм. Там должны крутиться барабаны, но они не крутятся. Да, через дело, чтобы они крутятся. Вот такой вот, короче, замысловатый. А вот этот, типа, колесо там стоит, ну это чтобы прыгало. Ну да, это потому что, ну, Сондор тоже так делал. Ну, тут просто приводы. Да, вот шелки ноги я достаточно сложно и долго делал, потому что я даже не знал, как делать. Я первый раз делал робота. Ну, в принципе, как у Кримсона прям. Кримсон тоже взял, начал что-то делать. Так, я сейчас вылезу из него. Ну, так, его способности, он может открывать и закрывать вот эту дверь. Сейчас расфиксирую. Открывается, закрывается дверь. Также он может прыгать очень далеко, стрелять из пушек, барабан у него не крутится. В причине... Для первого лица у него тут есть маска такая красная, детектор. А. Ой. Видите? Ой.